Если что, я к твоим конкурентам пойду. В церковь.
мечеть, синагогу. Да нет, я не шантажирую. Ну и ты пойми меня правильно. Так же жить нельзя. Ну посмотри, что кругом творится. У меня такое впечатление, что если бы я была там, наверху, на твоем месте, я бы быстро со всем разобралась. Попробовать, что ли? Ой, как вас здесь много. И все со своими проблемами, да? Со своими жалобами. И вы? И вы тоже? Погодите, я вам сейчас все объясню. Послушайте, ну хватит уже искать, кто во всем виноват. Кавказцы, евреи, демократы, олигархи, коммунисты. Но говорил же вам один умный человек еще 2000 лет тому назад. Любите друг друга. Это ведь так просто. И хватит бороться за всеобщее счастье. Секрет всеобщего счастья очень прост. Если каждый сам лично будет бороться за счастье, так всеобщее счастье наступит само собой. Ради всеобщего счастья сколько народу положили. Вон уже ради всеобщего счастья вагоны в метро стали взрывать. А ему этого счастья все нет и нет. Может, хватит? Итак. На счет три начинаем любить ближнего своего. Раз. Два. Три. Так. Эй, что вы там делаете? Да не в том смысле, Господи. Простые человеческие слова свой смысл изменили. Упражнение начинаем. На счет три возлюби ближнего своего, как самого себя. Думаем, думаем. Раз, два, три. Что? Не получилось? Ну так за вас это никто не сделает. Надо тренироваться. Начните с 5 минут каждый день. Ведь у вас же другого выхода нет. Вам же все равно придется оставаться людьми. Итак, начали. Раз, два. Господи, посмотри, что они там делают. Ну, опять дерутся, опять воюют. Ничего мне не вышло, Господи. Не слушай ты меня. Так, возвращаюсь обратно к своим. Ладно, пойду я, дела у меня. Мне еще квитанции проплачиваться от централизованного упаливания. Господи, у меня все же к тебе одна маленькая личная просьба. Но если ты такой всемогущий, ну дай ты им в конце-то концов мира и покоя. И немножечко, но чтобы каждому хоть по чуть-чуть но досталось личного. Счастье. Мир вам, люди. Салям алейкум. Шалом. Мы ваши хати. Мы ваши хати. В исполнении ведущей актрисы нашего театра Натальи Александровны Морозовой Шимады прозвучал монолог нашего прекрасного автора Аркадия Хайта «Стена и Стена Марьяна Беликова «Стена плача» или «По дорогам к Богу». Наш вечер подошел к концу. И финальная композиция называется «Лыхаем за жизнь». Если бы еще звукорежиссер. Нет, дорогой звукорежиссер, за жизнь лыхаем, другая минусу. Та, которую поет не покойный пел Анатолий Макаровский, а вот та, которая есть у вас в плейлисте. Ваш,
Я могу уйти со сцены, и все на этом закончится. Вечер перестанет. Лыхаем, давайте. Юрий Петрович, там разгребайте. В плейлисте. Ну, просто так вот включайте начало, я буду... Лыхаем, за жизнь еще называется. Светит нам и звезды, и луна. Давайте проживем красиво и богато, жить долгую и светлую, что только раз дана. Не будем мы тоскуть о том, что нам когда-то придется завершить зимой нелегкий путь. Давайте будем жить и верить в то, что свято, и в то, что скоро встретимся еще когда-нибудь. Все вместе! Лыхаем, друг другу пожелаем, дай Бог нам всем здоровья и счастья, и добра. За жизнь вся лыхаем, успеха пожелаем, и наше завтра будет точно лучше, чем вчера. Давайте от души дарить улыбки людям, для дружбы и любви откроем мы сердца. Давайте будем жить, как не было бы трудно, и радоваться жизни. Лыхаем, друг другу пожелаем, дай Бог нам всем здоровья и счастья, и добра. За жизнь, друзья, лыхаем, успеха пожелаем, и нашим точно лучше, чем вчера. Лыхаем, друг другу пожелаем, чтоб в каждом доме нашем смеялась и пора. За жизнь, друзья, лыхаем, успеха пожелаем, и наше завтра будет точно лучше, чем вчера. Мы еще не закончили наш вечер. 7.40? Нет, спасибо. 7.40 не будет. Я хочу представить нашего звукорежиссера Юрия Петровича Данилова. И вот женщина, которая не может к вам дойти, к сожалению, в силу обстоятельств, музыкальный руководитель театра Альбина Хлопотова. Большое спасибо. Начальство, к сожалению, ушло по-английски. К сожалению. Ну, будем делать выводы. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Thank you.
Вздыхаю, вздыхаю. Конечно, я скоро все пизде выучу. Сейчас еще пару концертов.